Мат-капитал теперь смогут получить те, кто на момент рождения ребенка являлись гражданами России. Кроме того, ребенок также должен являться российским гражданином по рождению. Такие изменения в законе о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, утвердил Владимир Путин. Уточняется, что изменения не коснутся жителей новых регионов России, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они будут получать выплаты материнского капитала вне зависимости от основания и сроков приобретения ими гражданства Российской Федерации. Граждане смогут с 1 мая переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, сообщили в Банке России. В России предложили разрешить ресторанам продавать алкоголь на вынос. С такой инициативой выступили представитель по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Борис Титов и Федерация рестораторов и ательеров. Обращение уже направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы документа настаивают, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное на вынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах, реализация алкоголя только совершеннолетним и разрешенные для этого часы. На данный момент рестораторы не могут продавать алкоголь без вскрытия тары и торговать на вынос без лицензии. Это идет в противовес общемировой практике, подчеркнули авторы инициативы. Иркутские моржи совершили традиционный предновогодний забег по улицам города. Всем прохожим они дарили мандарины в честь наступающего праздника. Андрей Слепнев, новости дня.